Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в свой марафон по серии игр Silent Hill, Silent Hill Shattered Memories, версия Nintendo Wii, самая оригинальная, играю я на эмуляторе Dolphin, и это фанатская русская версия с переводом от Металлиста. Я прибыл в лес, вылез из полицейской машины, вот, Сиби у меня подвезла, вот, кстати, телефон есть, 5-5, ну-ка. Какой там? Ну, посмотрите, 5-5-5. Эх, не вижу. Нет. Где у нас набор номера? Набор. Так, сейчас уберу. 5-5-5-6-3-5-8. Давайте наберем этот номер. Попробуем. 5-5-5-6. Нет. Отмена. Где у нас стереть? Вот это, кажется. 6-3-5-8. Я все буду номера стараться находить, набирать. Узнаем, куда мы вообще можем звонить. Полицейский участок. Занято. У них занято. Все, давайте изучать местность новую. Ночной лес. Непонятно, куда идти вообще. Но идем пока прямо. А, можно перелезть через забор. Ничего себе. Тут какой-то знак стоит. Туда нельзя. Там олени типа, да? Нам по-любому только перелазить через эту ограду. И вон какой-то домик стоит. Да, тут везде лес. Ну что, давайте заглянем тогда в домик, наверное. Атмосферно. О, тут что-то есть. Где-то. Ага, сообщение. Новое голосовое сообщение. Damn it, Mom. Why do you never pick up? I need you. I'm at a party in the woods, but I'm feeling uncomfortable. I need you to come pick me up. Ага. Кто-то в беде. Интересно, кто это может быть? Так. И какой-то номер. Incident Produce Call State Force Department. 555-8733. 555... Восемь, семь, пять, три. Набираем. А, нет, 8733. Прошу прощения. You've reached the State Forestry Department. Due to the active severe weather warnings, all department staff are off duty. Access to forests and parks is closed for the safety of the public. In the event of an emergency, please contact local emergency services. Ага, лесное хозяйство. Все у них тут закрыто. Так, тут какая-то бочка стоит. Окно. В окне ничего не видно. Тут скамейка. Тут дровишки. Ну что, заходим. В домик. Что тут мы видим? Окно. Столик стоит. Одежда какая-то. Джинсы. Кровать. Так, а здесь что-то есть. Как это открыть? А, во. Можно открыть. Ключ тут у нас. Какой-то ключ нашел. Замечательно. Знать бы от чего он. Какая-то карта. Город восточнее. А здесь что? Не знаю, раковина, плита. Кто здесь вообще живет, интересно?
Так, ну тут не знаю что. Тут дверь, а тут окно. О, а что это такое желтое в окне? Интересно. Так. Ага, ключом открыл дверь. И вышел отсюда. Куда я вообще попал? State Department Natural Reserve. Reforestation Zone. Reforestation. Так, ну тут кругом лес. Тут две дороги, я так понимаю. Тропинка вот туда идет куда-то. Вперед. Ну, тут большая какая-то территория. Я даже не знаю, куда бежать. Можно вдоль забора попробовать пробежать. Reforestation зона. Куда я так прибегу, мне интересно. И нужно ли мне это? Так, тут где-то что-то есть. Где это? Где-то шипит. Радио. А, вот. Кьют. Кто здесь? Где? Где шипит? Не пойму. Здесь вот что ли? А, вот. Что это такое вообще? Где-то шипит радио, не пойму где. Я уже сейчас заблужусь в этом лесу. Так, ну это я отбежал явно. Не нашел источника. Уже где-то шипит. Ты видишь что-то, Гарри? О, где-то здесь. Это что такое за тени такие? Тут что ли? Понял. Нет, не здесь. Где-то там. Ни хрена не вижу. Как не могу найти, где же это фонит. Хоть бы ты голову повернул, в какую сторону вообще идти. Нет, не здесь. Холодно-горячо, блин, игра называется. Где? А, вот. Нашел. И что это такое? Сообщение. Как же холодно, но я счастлив, ведь знаю, что скоро снова увижу брата. Прилягу
только я. Холодно. Птичка только что накрыла меня листочком. Или мне привиделось. Люблю вас всех. Это текстовое уже сообщение. Тут кто-то замерз, что ли, умер? Не пойму. Так, куда же мне идти? Куда я вообще вышел? Вот этот забор вроде, вдоль которого я бежал. Побежали дальше. По-моему, тоже какая-то развилка будет в этом лесу. То есть, если я пойду в одно место, то я не пойду в другое место. Так, и куда-то я пришел в итоге. Deep out. Deep out. О, можно перелезть через забор. Надо же. Но я что-то не хочу перелазить через забор. Но я запомню это место. Я хочу посмотреть, что тут еще есть. Бегаю по краю карты вот так вот. Может быть, что-то найду. Так, какие-то деревянные доски. Довольно-таки интересная местность. Так, это я опять к домику пришел, да? А, нет, это другой домик. Вы посмотрите-ка. И что ж тут такое? Райвер фишинг. Рыбалка? 5-5-5-3-4-7-4. Ну-ка. 3-4-7-4. ГМПР. The operations center is closed right now. If you are calling for information regarding the upcoming conservation education seminars, please call back during office hours or refer to our website. In the event of an out-of-hours emergency, please call local emergency services. Так, понятно. Смотрите, какая вода классная. Так, и домик есть. Зайдем. Я не знаю, там можно было перелезть через забор вообще. Но тут есть вот еще какой-то домик. А тут что? Ничего. А здесь? Доски деревянные. Прям вспоминаю Homecoming. Топором можно было эти доски прорубить. Так, тут есть окошко. Куда я вышел-то? Лодка какая-то. Дер Освинд. Ух ты. Генри on the lake life beat. Так. Ну, наверное, да. Тут, наверное, развилка. Можно пойти туда. А можно еще куда-то пойти. Может, вернемся, пока не поздно. Так. Давайте-ка я вернусь. Я еще хочу побегать там по лесу, посмотреть. Может, я все-таки в другое место схожу. Куда я вот еще так могу прибежать, интересно? Если буду бежать вот так вот. Довольно обширная местность. Наверняка что-то можно еще в лесу обнаружить. Не бегая по краю. Так, я прибежал к какому-то забору. Так, ну бежим прямо пока. Что?
Так, тут какой-то знак есть. А, ну тут я видел уже такие знаки. А, это я прибежал к той самой избушке, наверное, откуда я выходил, нет? Стоп. А, ну да, наверное, я отсюда пришел. Или не отсюда? Нет, отсюда. Как раз таки. Тут можно было где-то перелезть еще через забор. Куда-то. Я даже не знаю, куда лучше направиться. Наверняка я все места не покажу вам за одно прохождение. Я даже не знаю, есть ли там что-то еще в глубине леса. Вообще без понятия. А, вот, через этот забор можно пролезть. Ну, давайте туда сходим. А, нет, это я обратно. Двери так не открываются. Так, что тут у нас такое? Канализация какая-то. Даже и не знаю, куда лучше идти. Здесь довольно жутко. В этой канализации. Продолжение канализации. И впереди дверь. И куда я пришел? Ага, там что-то есть еще, развилка, видимо. А здесь у нас лестница наверх. Замечательно. Но тайс. А, 5-5-5-7-6-5-9. Давайте наберем. 5-5-5-7-6-5-9. Или нет, 6-9, наверное. Ошибочка вышла. Погода. Winter storm warning remains in effect until 7 p.m. tomorrow. A winter storm warning for snow and blowing snow means severe winter weather conditions are expected or occurring. Snow and blowing snow will make travel dangerous. If you must travel, use extreme caution. Понятно. Так, тут есть лестница наверх, а есть... Можно перелезть вон туда. Давайте туда слазим. Посмотрим. Что тут у нас такое? Опа! Смотрите, кого нашел. Надо сфотографировать. Где у меня камера? Ага, вот камера. Просветим. И кто это у нас? Дети в лесу. Вау, что же здесь происходило? Насосная станция. Так, ну, все, мы прослушали. Так, теперь два варианта. Либо вернуться туда, на первый путь, либо подняться здесь сейчас наверх. Даже вот не знаю, что будет лучше. Ну, давайте поднимемся, посмотрим, что тут у нас. Опа, тут что-то есть. Смотрите-ка, еще один телефон. 555-7669.
А, это тоже погода. Я уже сюда звонил. Winter storm warning. Так, нет, тогда не надо. Так, тут что-то... Что-то тут есть. Где-то. Но где, не пойму. Откуда сигнал идет? Отсюда откуда? Вау! Вау, что это такое? Новое сообщение в беде. Вот же херня, чувак. Не надо было давать новенькой эту дрянь. Она носится по округе, срывая с себя одежду. И плачет, не переставая. Твою ж мать, Льюис, никому не говори, кто ей это дал. И фотографию. Вау. Так, тут явно что-то произошло. У нас есть два пути, что ли? Я не пойму. Можно и опять смотреть по окраине все. Так, а тут что? Тоже какой-то путь. Тоже домик там. Я, по-моему, тут не был. Музыка заиграла. А там тупик, что ли? Так, State Forestry Department. 555 8733. Может, я сюда уже и звонил, конечно. Я же звонил сюда. You've reached the State Forestry Department. Так, это что такое? Ну это вода. Не, мне интересно, может быть, тут что-то есть? Может... А, можно забраться. Посмотрите-ка. А зачем? Подождите, так я же сюда же и попадаю. Ну да. Я же здесь был. Зачем мне забираться? Наоборот, хотел посмотреть, что тут с краю. Так, а это что за дверь? Я разве отсюда пришел? По-моему, уже нет. А, стоп, так это Генри, он the lake. Я пришел сюда. Ничего себе. Получается, это все вело в одно место? Прикольно. Тогда пока развилку я не понимаю, где была развилка здесь. Пойдем вперед. К тому, к следующему домику, где музыку вдруг заиграла. Посмотрим, что там. Так, а здесь нельзя забраться? Либо нет. Да, вот тут какая-то какой-то музон играет. Интересный. И какой-то домик. Туда пройти нельзя. Окей. А здесь что? Помимо этого домика, окна. Большая какая-то территория. Так, вот еще вход есть. Два входа в этот дом. Какой мне заходить? Здесь открыто. Опа, ты что такое? Надо тебя сфотографировать.
камера. Что это? Цикл смерти. Первое убийство Джоэла-младшего. Зверь был довольно большим и тяжелым, 190 футов. Попал ему в шею, тот рухнул как подкошенный. Теперь мой сын настоящий мужчина. Вау, какой-то зверь. Так, тут у нас что-то есть. Можно открыть. Опа. Тушка. А как взять? Не понял. Взять А. А чё он не берёт-то? Ну вот крючок. А чё не берём-то? Ха. А у нас что это? Я вот не помню. По-моему, А это левая кнопка мыши. Так. Не понимаю, откуда начинается это все. И как взять это? Я даже не вижу, чтобы оно менялось-то. Откуда брать-то? А. Интересно. Что-то не получается у меня ничего. Не понимаю, откуда брать. Может быть, не отсюда? А откуда еще тогда? Он должен меняться. Указатель. Но он не меняется, по-моему, вообще. Палец. Вот как есть этот палец, так он и есть. Странно. Почему-то не получается взять. Очень странно. Может, надо сфотографировать? Да вроде нет. Тут как раз что-то взять нужно, использовать. Но я не понимаю. Капканы? О, капканы. Привет, Ре-4. О, какой-то постер. Bird in the hand. Лучше синица в руках. А, картина. Нет, я не понимаю, все-таки... Как взять? Зачем я это открываю? Так, вот сообщение, да? Может, это нельзя взять? Может, просто посмотреть можно? Ну, ничего не меняется, по крайней мере. А, стоп. Тут что ли что-то меняется? Или нет? На столе ничего вроде не меняется. Вот тут вот меняется сразу, на ручке двери. А здесь? Может, какие-то другие кнопки надо повернуть как-то? Нет? Интересно. Очень интересно. Может, надо
снизу как-то повернуть эту руку. А как ее повернуть к низу? Не понимаю я. Не получается схватить никак. Хе, очень интересно. Вот мне и тогда тоже вроде не получилось. Ну, ладно, оставлю я это. Может, это и нельзя взять, может, только посмотреть. Так, а что тут еще? Спальня какая-то. Все заросло паутиной, картина какая-то, коробка. Так, тут что-то есть. Ящик. Ящик? Ага, тут что-то есть. Сломанный страж. Ничего себе. Это сувенир. Нашел. Тут олень какой-то. Книги какие-то. Капканы опять. Печь. Вроде бы ничего странного. Да. И куда я так выйду? Назад опять, что ли? Вроде больше нет дверей. Ха? Ну да. Или не назад я вышел? Нет, не назад. Я вообще куда-то в другое место вышел. Подождите-ка. А меня здесь не было разве? Что за дверь вообще такая? Опа! Вот тут меня точно не было. Кровать. Опа! Нож лежит какой-то. По-моему, я это не находил. Праздник, который всегда с тобой. Еще один сувенир нашел. Так, это что такое? Ногти фри. Лекарство какое-то. Это куда ведет? Чучело, что ли, какие-то. О, медведь. Выглядит устрашающе. Картины. Вау. Птица какая-то. Что мне со всем этим делать? Бабочки. Еще капкан. По-моему, это логово охотника. Рыба. И дверь еще. Так это вот здесь вот музыка-то играла. Правильно? Да. Я побежал туда. Ну да, вот сюда я и заходил. Здесь я ничего не смог взять никак. Взять. Ну я должен же как-то это взять, эту тушку. Чёртова. Может, я не могу нащупать, может, надо прям вот где-то найти. Где она закреплена?
А, вот начало этого крючка нет. И вот заяц тут на крючке повис. Никак не могу взять. Не меняется она. Не, по-моему, она вообще не меняется никак. Не получается мне взять ничего тут. Ладно. Так, я видел, там еще был проход куда-то. Нет, не здесь, а вот тут вот. Вот. Я могу идти куда-то гулять дальше. Где я еще, наверное, не был. Тут сломанная скамейка. Тут можно спуститься. Куда это я попал? А хрен меня знает. Так, где-то что-то шумит. Не могу понять, где. Опа, мне кто-то звонит. Ответим. Сибил. Мистер Мейсон. Офицер Беннет? How did you get my number? I have your wallet. Where the hell are you? Lost in the woods. You just ran away from a police officer. You abandoned me. What? I'm not under arrest. Why can't I get up and leave? I mean... Mr. Mason, do not go anywhere. I am coming to get you. You hear me? I need to get back to town. Добавлен новый контакт. Так, тут что-то есть. Во, вот здесь вот. Ни хрена себе. Что ж тут произошло? Цикл смерти. Come on, Joel. You think that it was you shot and died, not the deer. Get your hands out of your pants and be a man. My son, the queer. Shoot the damn thing. Shoot, you queer. А. Интересно. Так, похоже, я на правильном пути. Опа, я могу перепрыгнуть? Не знал такого. Тут мост же был, зачем перепрыгивать? Так, Сибил меня пошла искать. Так, куда? Мне только туда идти. Я больше не нашел никаких путей. Тут какой-то домик. Очередной. Машина стоит. 555-7243. Давайте наберем, если я не набирал. 555-7243. Хорошее вождение. Driving. Please state the incident you wish to report. Offensive behavior. Illegal parking. Curb crawling. Tailgating. Так, забор. Куда мне? О, тут что-то лежит. Это что такое? Кровавая одежда? Где на столе что-то лежит? Что это? Бумажник. Опа. Опа, ключик. Я нашел ключик. Интересно. Он, наверное, от двери, да, получается? А куда же мне еще? Только в домик идти. Ключ я нашел. Следы крови. Применяем ключ и заходим. Опа! Там какой-то призрак стоит. А здесь что? Опа! Альтернативный мир. Я добрался до этого места. Все, кошмар номер два пошел. Сейчас будем
бегать опять, искать выход из этого леса. Ну что, выходим. Добавлен новый пункт. Что за пункт? Так, я, наверное, сохранюсь. У меня есть быстрое сохранение. А что за пункт? Куда добавлен? Контакты, что ли? Нет. Сообщение? Нет. Карта. Наверное, на карту добавлен пункт. Orion Lage. Так, а как масштабировать? А, во. Мне надо до крестика добежать, похоже. Ну тут в альтернативных мирах вообще осматривать нечего. Тут все заледенело. Тут надо просто бежать со всех ног. И надеяться, что меня не схватят сбоку. Потому что если схватят сбоку, я не смогу отцепиться. Пока вроде тихо. Что, может быть, сюда? Ой-ой, кто-то есть. Монстры присутствуют. Так, бежим. Со всех ног. Бежим, Гарри. Они рядом. Гарри тянули. А, он сбоку прицепился. Я его никак уже не успел. А, нет. Нам же не получилось сбоку скинуть как-то. Можно, значит? Меня убил. Ну как убил? У меня чекпоинт здесь будет. Так что ничего страшного. Я сейчас где-то очнулся уже, где-то... Где монстр? Так, надо найти выход, короче говоря. Бежим. Ух, собака еще. Вот как тебя скинуть сбоку? Можно его скинуть все-таки сбоку? О, кстати, сигнальная шашка. Сигнальные шашки. Зажгите шашку, нажав С. Пока шашка горит, тепло будет откуда-то существ. Гарри так может создать временный барьер, бросив такую шашку при помощи плюсика. Так, она действительно отпугивает, так куда мне бежать? Не пойму я. Найду ли я это место? Куда мне действительно надо бежать? Так, ну вон какая-то дверь. Наверх залез зачем-то. Тут еще слева дверь. Вот тут еще есть дверь. И тут дверь есть. Не по кругу ли я бегу? А неизвестно. Ага, он зашел. Непонятно, куда я бегу вообще. Так, это кто? Отцепись. Куда бежать вообще непонятно. Ух, тут прыжок с разбегу. Дошел, что ли? А, нет. Все заморозило. О, я дошел. Куда нужно. Все. Все заморозило. И тут у нас сейчас что-то будет. Камин.
Тут что-то есть у нас. Замерзшие люди. Так, ну давайте подойдем. Вот тут у нас что-то лежит. Нет, у нас голосовое сообщение. Семейный отдых. I'm on the phone. Yeah, I'm coming back early. This was a stupid idea. Mom! Not now, honey. Mommy's on the phone. Get out of bed. Play with your daughter. Mommy! Shush! Go show Daddy. This whole trip was a bad idea. A week picnicking and cycling like that's gonna make it right. I'm still hurting. It feels fake. I don't want to be with him. I won! Mom! I won! All right. In a minute. Give me a second, Diane. Так, тут кряк. Вот надо сыграть мелодию. Куда? Ух. Кляк, по-моему, первый был. Кря. Или нет? Клёк. Давайте еще раз послушаем последний набор, чтобы точно... Нет. Сообщение. Надо сыграть мелодию. I'm on the phone. Yeah, I'm coming back early. This was a stupid idea. Mom! Not now, honey. Mommy's on the phone. Get out of bed. Play with your daughter. Mommy! Кря, ух, клёк, клёк, куда? Кря, ух, клёк, клёк, куда? This whole trip кря, was a bad... Кря, ух, клёк, клёк, куда? Ну-ка, кря, ух, нет, кря, вот первый, кря, ух, клёк, клёк, куда? Нет, кря, ух, клёк, клёк, куда? И всё становится нормально вновь, да? А, нет, просто открылся... Открылись двери. Но нет, одна только дверь открылась. Назад нельзя вернуться. Значит, идем вперед. Тут-то я ничего не вижу. Это мне еще бежать придется. Это монстры? Ну, наверное, да. В этих-то мирах. Да, это монстры меня ищут. Здесь, кроме монстров-то здесь никого и нету. Значит, надо бежать. Давай вот сюда, что ли? Может, фонарик надо выключать? Хотя я туда не буду видеть, куда вообще... А, сигнальная шашка. Бери ее. Так, куда бежать? Дверь. Дверь направо. Ну-ка. Налево дверь. Не знаю, куда ли вообще бегу. Налево, направо. Без понятия. Надо куда-то прибежать. Так, все, закончилась моя шашка, к сожалению. Сейчас если умру, то умру. Стискиваем его. Так, вон какая-то дверь. Вот еще дверь. Куда бежать вообще непонятно. О, какой-то домик. Может быть, к домику? Картина. О, все, пришел. Мир стал нормальным.
Смотрите, quos est est quem. Это латынь. Назад вернуться нельзя. Так, ну что, пойдем вперед немножко. Знак. Переходим мост какой-то. Тут забор справа. А слева Bryant Overlook. Вау. Так, ну забор нам не перелезть. Так, машина какая-то стоит. Красная. А тут что написано? Bryant Overlook. 12 февраля. Daniel Bryant. К сожалению, не перевели вот этот текст. О чем тут говорится, непонятно. Так, открытая машина. Это призрак, что ли? Ага. Надо сфотографировать его. Обзорная площадка. No, please. Come on. You've been giving me that look all night. Oh, dress. That dress has got me all hot and bothered. No. Ага, понятно. Тут кого-то насиловали в этой машине. Так, да что такое? Вернись. Так, а как тебя освободить? Никак, что ли? Они не исчезают, эти призраки, разве? Девушка. Надо сохранить, наверное. Что-то у меня телефон перестал пищать, кстати. Bryant Overlook. А номер есть? Номера нету. Ну ладно, побежали дальше. Tourist information. Вау. А тут что? Тут тупик. Значит, только сюда. Тут что-то лежит. Не знаю, что, ладно, бежим дальше. Ничего не вижу. Телефон вроде не пищит. Так, я куда-то дальше пришел. В итоге. Midwich, смотрите, High School. Это средняя школа Midwich'а. Не начальная. Так, пролазим. Сюда, так, сюда можно пролезть, нет? Вот, Midwich High School. Добро пожаловать. Эх, так, мне бы, наверное, сохраниться бы хорошо бы. Не помешало. Хотя ладно, сохранюсь как эмулятор сохраняю. Так, перелезаем через забор. Телефон звонит. Сибил. Officer? I've been trying to get through to you. You had your phone turned off? No, I just... I guess the reception was out. Mr. Mason, you okay? Yes, I know where I am. I'm at the high school. Midwich High? In weather like this, the gym is sometimes used as an emergency shelter. I want you to go there. Emergency shelter? Maybe Cheryl was taken there. Yes, go to the gym. Wait there for me. I'm going. But if she's not there, I won't wait. I just can't. Опа. Психотерапевт. So we get to the halcyon days of high school. When I was starting out, the popular theory said it was their mom and dad that screwed a person up.
But if you really want to screw someone up, I say, send them to high school. I bet you were fairly intense at school. Probably enjoyed all that learning. Okay, let's move on. I'm going to throw out some words. Nod when they fit how you were at school. Shake your head if they don't. Ready? Jock. Спортсмен. Next. Slut. Drunk. Пьяница. Ну, я не знаю. Да. А, virgin. Непорочный. Bully. And slacker. Бездельник. Okay, let's take a different tack. On the table, I've laid out a blank timetable and some cards with lessons on them. Pick out the lessons to show me your perfect school day. Don't leave any empty. There are only four periods, and I've allocated a very generous lunch. Так, тут вот у нас такая задача. Надо поставить предметы, школьные предметы, твои четыре любимых школьных предмета. Взять и поставить. Так, там какой-то разрыв эмуляции был. Я лучше второй кусок сейчас включу. Вдруг там рассинхрон опять. Короче говоря, нам нужно 4 лучших любимых предмета выбрать школа. Так, на первом месте будет точно футбол. Перетаскиваем его. Так, на втором месте... Баскетбол тоже пойдет. Половое воспитание, математика, естествознание, литература, география, религия, творческое письмо. Ну, давайте я, наверное, выберу математику на третье место поставлю. И еще выберу географию. Вот. Все. Оставляем так. Готово. Done. Да, готово. Nice. If that was all there was to it, it would have been a breeze, wouldn't it? Come on. Let's talk more about the bad stuff that happened at school. О гадостях. Новый пункт. Спортзал Мидвич. Так, ну я думаю, вот тут я сохранюсь. И школу мы начнем уже в следующей серии. Хотите перезаписать? Да, хочу. Жалко, тут всего один слот. Так, ну а на этом я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и услышимся в следующих сериях. Пока-пока.